Здравствуйте, вы со мной на канале Остроумно. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Только представь, есть такие вещи, которые не ломаются, не бьются и не рассыпаются на глазах после нескольких использований. Для современного человека это диковинно, но те, кто родился и вырос в СССР, знают, что качество тогда ценилось на вес золота. Мы делимся с тобой подборкой вещей времен Советского Союза, которые грех выбросить. При бережном использовании они прослужат куда дольше современной техники. Итак, мясорубка. Качественная, надежная, вечная советская мясорубка не подведет в ответственную минуту, не сломается и не сгорит. А тесто для песочного печенья из нее выходит что надо. Главное, с насадками не запутаться. Классическая ручная мясорубка времен СССР станет незаменимой помощницей на кухне, подойдет для измельчения мяса, изготовления лапши, печенья и даже сока. Фотоаппарат «Зенит». Энтузиастов пленочной фотографии становится все больше, а потому за качественный пленочный фотоаппарат любители аналоговой фотографии готовы заплатить немалые деньги. По правде говоря, в эру смартфонов, когда каждый может сфотографировать и через мгновение залить в сеть удачный снимок, ценность кадров, сделанных на пленку, становится куда выше. Если на полке пылится старый фотоаппарат, не поленись купить пленку и сделать несколько атмосферных снимков. Жестяные банки. Пакеты с сахаром, крупами или мукой не только не подходят для хранения сыпучих продуктов, но и выглядят попросту безобразно. Другое дело жестяные баночки. А такие баночки, как были в СССР, сегодня на вес золота. Винтажные, качественные. Их хочется поставить на самом видном месте. Если у тебя завалялась парочка, непременно отреставрируй и их используй с удовольствием. Орешница. Ну кто не обожает эти румяные орешки со сгущенным молоком, которые с любовью готовила бабушка? Орешница – незаменимая вещь, ведь готовить излюбленное лакомство для детворы не составит с ней никакого труда. И пусть сейчас электронную орешницу можно купить в любом магазине техники, чугунный прибор времен совка ничто не заменит. Вещица вечная, еще и внукам достанется, ведь ломаться там попросту нечему. Часы электроника 6. Здесь все просто. Бюджетные электронные часы, будильник, вечная техника. Большой яркий дисплей с двумя режимами подсветки и питания от сети делают электронику 6 самой качественной моделью советских часов. Служат они не год, не два, а десятилетиями. Холодильник ЗИЛ. Старый советский холодильник, пусть и не оснащен новомодными системами электронного управления или отвода лишней влаги, зато он эталон качества и надежности. Ну а если старичка привести в должный вид, послужит он еще долго, долго и долго. К слову, такие раритетные модели техники на пике популярности. Взглянуть только на технику СМЭК. Форма для леденцов. Советские хозяюшки предпочитали сладости не покупать, а делать самостоятельно. Так почему бы и тебе не попробовать? Домашние леденцы, шоколадки – вещь потрясающая. Ведь ты можешь быть уверен в составе сладостей на все 100%. Микропроцессорные игры, электроника. Примитивная сегодня карманная игра «Электроника» – мечта любого советского мальчишки. Несмотря на свою устарелость, игра не теряет актуальности, а количество желающих приобрести подобную забавку зашкаливает. Конечно, при достижении 1000 очков устройство не показывает мультфильм «Ну погоди», как гласили легенды. Но даже современный мальчишка оценит такую карманную игру по заслугам. Граненый стакан. Граненый стакан – классика советских времен. Наши бабушки из него пили, им вырезали порции теста для пельменей, с его помощью отмеряли количество продукта, ну а сколько баек существует про знаменитый стакан. И сегодня граненый стакан также востребован. В большинстве современных рецептов многие продукты, мука, молоко, крупы, измеряются не граммами, а именно стаканами. Посуда. Хватит хранить бабушкину посуду в серванте. Пользуйся ей. Советская фарфоровая посуда не только в полной мере отвечает современным модным влияниям, она изготовлена с учетом жестких госстандартов и прослужит тебе годами.
На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички Instagram и Facebook. Ссылки есть в описании. Всем пока. Услышимся.